христиане продолжают в Боге. Иногда мы можем запутаться в своем хождении с Богом. Мы можем не понимать, где мы находимся на пути. Но доверяй Божьей благости, даже если ты не понимаешь Его плана для твоей жизни. Он исполнит то, что Он желает для нашей жизни, если мы будем доверять Ему, оставаться с Ним и пребывать в Нем. Со временем мы поймем, Он будет учить и направлять нас. Бог есть Дух, и те, кто поклоняется Ему, должны поклоняться Ему в Духе и в истине. Мы должны быть сосредоточены на Иисусе и никогда не забывать о том, что Он сделал на кресте, чтобы спасти нас. Мы не должны забывать, что мы очистились от наших грехов. Всегда есть опасность стать теплыми. Всегда есть опасность, что мы станем бесплодными и забудем нашу первую любовь. Нам нужно вернуться к тем делам, которые мы делали в начале, когда мы были увлечены служением нашему Царю, который пожертвовал своей жизнью ради нас. Мы должны ухватиться за Его реальность и ходить в Его Духе, каждый день неся свой крест. Иисус живой, и Он вечное, живое Слово Божье. Мы должны сидеть у Его ног и учиться. Мы не можем ставить на первое место другие планы, мы не можем ставить на первое место себя, иначе мы станем идолопоклонниками. Человеку назначено однажды умереть, а после этого будет суд. Мы не хотим оказаться на плохой стороне ни сегодня, ни завтра. Забудь о прошлом. Сегодня, если мы слышим Его голос, мы должны прислушиваться, слышать и повиноваться. Мы должны покаяться, обратиться и приносить плоды, соответствующие покаянию. Пусть Бог благословит тебя.